Нарушитель! Помощь! Снимите ее с меня! Снимите ее с меня! Держи ее! Ай, да! Терпи! Ровно то, что доктор прописал от непроходимости тоннель. Держи ее! Но сперва мне нужен детонатор того офицера. О, гад! Найль! О, гад! Киша! Детонатор у меня. Снимите ее с меня!
Все готово. Теперь лучше отойти. Они завалили и этот проход. Я должна расчистить его. Помощь! Тревога!
теперь мне нужно еще немного взрывчатки. Они завалили и этот проход. Я должна расчистить его.
не хочу умирать! Сколько лет, сколько зим. Мне нравится твой новый имидж. Ты выглядишь просто волшебно. Полагаю, в первый раз я убила тебя не до конца. Это больше не повторяется. Мила, это первые твои слова, и я их уже слышала раньше. Ты не умеешь знакомиться. Кому-то из нас пришла пора умереть. Ключ Уберменш должен подойти. Отлично, подрывные заряды. Let's go.
либо псих, либо просто идиот. Все готово. Теперь лучше отойти. Ты либо псих, либо просто идиот. Убейте ее скорее! Так, ты либо псих, либо просто идиот. Поторопился! Я не хочу! Черт! Подкреп...
Ты либо псих, либо просто идиот. Либо просто идиот.
ты либо псих, либо просто идиот. Yeah.
Thank you.
Хрустальный череп Белиара. Так вот из-за чего все началось. Из-за стекляшки? Ага. Настоящая реликвия находится внутри черепа. Гла. Я чувствую. Глаз Белиара. Он у меня в голове. Еще кладите, надо больше. О. Что это за шум? Он идет из шахты. Убираемся отсюда. Шнель, мах, шнель! Ну надо же, какой здоровяк. Молотил, я полагаю. Гегенгруппенфюрер Вульф сказал, что ты можешь направиться с... Он махнул рукой на реликвию. Ты нашла не только ее, глупая девчонка. Ты ничего не знаешь. Как и тот тупой жрец. Он не знал ничего, кроме лжи. Великий Белиар был первоначальным дьяволом. Когда Мефистофель был изгнан из рая, он узурпировал власть Белиара. Но не сумев уничтожить его до конца, Мефистофель разорвал тело Белиара на 1000 кусков и разбросал. Знаешь ли ты, что Вульф прямо сейчас извлекает на свет Божий в замке Га... Полное ненависти черное сердце Белиара. Ключ к мировому господству находится в нашей собственной стране, и он будет... Ну, это мы еще посмотрим. Oh!
просто не убью. И опять ошибка. Вот и все. Время платить по счетам. Подлодка – мой единственный шанс. Я должна пробраться на борт. Господи, что случилось? Давайте убираться отсюда. Соберите остальных. Пора заканчивать погрузку. Давайте. Так точно! Будет исполнено! Майн Гот! Гер-командир! Там все мертвы! Приказ обершарфюрера ГГГ. Разгружайте контейнеры. Яволь! Как оно сюда? Новый список целей находится у нацистского офицера в новой штаб-квартире ГГГ Фалькин. Убей его и забери папку с документами. Боишься? Замок Гауштадт. Место, где рождаются кошмары. Несколько веков он служил домом для вампиров. Но теперь немцы решили выселить квартирантов. Они добились кое-каких успехов, однако твари, с которыми им пришлось столкнуться, считаются монстрами даже среди себе подобных. Древний род вампиров, отрезанных от внешнего мира и за время изоляции превратившихся в идеальных убийц. Дневной свет быстро угасает, а вместе с ним и единственное преимущество нацистов. Я получила новый список целей от общества и официальный приказ остановить Вульфа. У Вульфа уже есть зубы, ребра, рука и глаз Беляра. Теперь он ищет черное сердце, спрятанное где-то в этом замке. Он хочет пробудить в себе Беляра.
Белиар – демон, дьявол, возможно, сам сатана. Вульф не сможет контролировать такую силу. Если Белиар проснется, у нас будут крупные проблемы. Вульф, помнишь, что случилось 5 лет назад в Луизиане? Тогда ты меня едва не прикончил. Теперь я хочу вернуть тебе долг. С процентами. Проверка документов. Предъявите ваш... Данкер, проезжай. Спасибо, что подбросил, козел.